Катенька, я так соскучилась, я уже бегу, а? Я буду через 5 минут. Как вы? Помогите пристать. Да, я вызову скорую. Не нужно. И полицию. Я сам полиция. А. Телефон достаньте. В кармане здесь. А то я не могу. Угу. В последних набранных Рустам. Давайте, давайте. Аптечка в машине. Минут через 10 будут в гаражах на Рыбинской. Надо бы встретить. Я нормально. На промзоне в бейсбол поиграли. Да так, легкие телесные повреждения. Обезболивающие. Не, группы не надо. Ближайших ППСников ко мне вызови. Ле, давай пока. Возьмися. Запить нечем. Спирт давайте. Давайте, давайте. А то сейчас начнется. Что начнется? Перебитые сухожилия. Еще, еще. Мрачноватенькое место для такой красивой девушки. Что вы здесь делаете? Вообще-то я вас спасаю. Ну, это я заметил. Помогите встать. Но у вас ноги перебиты. Я знаю, когда перебиты. Ну что, с меня ужин в ресторане сегодня. По-моему, в травматологии нет ресторанов. Да? Серьезно? Что же делать внезапно влюбленному полицейскому, а? Больше не запивать таблетки спиртом. О, это за мной. Ну, это хорошо. Может, номер телефона оставить? Я думаю, мой любимый человек это не оценит. Выздоравливайте. Минута. Там такое было. Я тебе потом все расскажу. Какой ты красивый. Правильно, что меня дождался. Правильно. Это хорошо. Хорошо. Только вот автобус-то на Муром. Все, тю-тю, последний. Как все? Мама же волноваться будет. А деньги на такси у тебя есть? Нормально. На попутках доеду. Тут всего 170 километров. Так по тебе соскучился. Я тоже. А может, ты на утреннем поедешь? Честно говоря, так домой не хочется. Там такая скукотень. Ну так оставайся у меня.
Куда? Мне. Мама. Алло. Привет, мам. Тише. У меня все нормально. А? А мы с Динкой на троллейбус бежим. Да. У меня для тебя новость. Я домой не возвращаюсь. Да, я остаюсь в Нижнем у Динки. Мы решили пожениться. Что? То есть предложение на воздушном шаре я не дождусь? Дождешься. Да. Да. Что? Угу. Тебя. Тебя. Да. Диночка! Рыбонька моя! Ну, радость-то какая! Вот радость-то! Ну, дай бог. Счастья вам, совета, любовь. Жду вас, гости. Да, Клавдия Семеновна. Нет, я... Дедушке Лене привет! Если кто-то у тебя появится, я узнаю об этом первым. Клянусь, но у меня никогда никого не появится. Ты мой единственный. Ты мой клад, ты мое счастье, любовь моя. У нас все серьезно. Мы пожениться решили. В мое время было принято сначала жениться, а потом уже в одной постели спать. Дед, ну не сердись. Ну ты же хорошо знаешь Витю, его маму и папу даже его помнишь. Та еще семейка. Ну перестань. Витя работать будет. Да. На станции техобслуживания. Он же автослесарь классный. А я на заочку переведусь. Пойду работать к Светке в магазин. Она сказала, что у них там место освободилось. Вот тебе раз. А это еще зачем? Чтобы ты занялся своим здоровьем. Хватит тебе надрываться и работать. Не выдумывай. Я здоровый, как бык. Деда, ты за полгода ни разу не был в больнице. И в конце концов тебе нужно сходить на обследование и просто отдохнуть. За язвой ведь надо следить. Да придумаешь всякое. А дома я сидеть не буду. Ну, в больницу-то сходишь? Схожу. Я сказал, схожу. Это я такая счастливая. Ну, что, невеста? Благословение деда. Надо тебе. Проходи, не стесняйся. Света, введи ее в курс дела. Ты ее привела, значит, ты за нее и отвечаешь. Она справится, Гош. Она справится, Георгий Павлович. Умничка. И про сводную не забудь. Пыль в глаза пускает. Начальник из себя строит. А на самом деле хозяйка только ради одного его и держит. Такая болтушка, а? Ну не выдумывай. Что, я серьезно? Она женщина состоятельная, успешная, но очень одинокая. А тут такой симпатичный утешитель под рукой. Ну и на здоровье. Пусть утешается. Света, а если мне не получится? Ну вот что у тебя не получится? Ну, в моде ты разбираешься, бренды знаешь. Все получится. Ну, посмотрим. Слушай, а вот это правда покупают вот старье? Это ж кошмар просто. Ой, подожди. Подожди, я похожа на миледи. Здравствуйте, Алла Валерьевна. Ну, не на миледи. На неопытного стажера, который не знает, что в моем магазине вещи примеряют только клиенты.
Простите, это больше не повторится. Ну, разумеется. Ну, ты даешь. Привет. У нас новый стажер? Да. Ее привела Света. И зовут то ли Дина, Тина. Анкету заполнила? Конечно. Покажешь? Так. Дина. Дина Чайкина. Кстати, тоже из Мурома. Держи. Дина Чайкина. Мать Марина Чайкина. Отец. Прочерк. Дата рождения 9 декабря 93 года. Угу. Понятно. И что тебе понятно? Ты что, ее знаешь? Ну, откуда я могу ее знать? Я уехала из Мурома, когда этой девицы даже на свете не было. Ну и что мне делать с этой Чайкиной? Ну, хочешь, я ее уволю? Нет, пусть работает. Ты представляешь, вчера мою подругу днем ограбили. Может, мне газовый баллончик купить, а? Ну, это же детский сад. Давай я тебе пистолет возьму. Пистолет? Пистолет. Ну, травматический. Стрелять не нужно. Просто достаешь, и шпана разбегается. Научишь? Конечно. Я очень нервный учитель. Витя! Привет! Привет! Ну что, я студентка-заочница, продавец-стажер. А у тебя что нового? Ничего. Как ничего? Ты везде был? Да. Покажи-ка список. Вот. Остался один пункт неохваченный. Угу. Один пункт. Так. Так это совсем рядом. Чего он стоит? Нет, 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 Ди. Хватит заниматься ерундой, а? В автосервис сваться глупо, там все схвачено. Поеду в Муром. Как говорится, где родился, там и пригодился. Да ты что? Да. Слушай, ты же сам вчера говорил, что мы с тобой можем горы сдвинуть. Ну, вчера был романтический порыв. А сейчас он жизненный реалий. Я не пойду. Ладно. Герой, что здесь, не плачь. Я скоро вернусь. Куда? Дин! Дина! Ну, куда ты? Дина! Ну, сколько можно повторять? Берем только мастеров с опытом. Черт, и пораскрывали. А с 5 лет с отцом в гараже, это что, не опыт? Угу. Да он любой двигатель с закрытыми глазами переберет. К обеду будет? Конечно. Ага. Он из любого корыта конфетку сделает. У меня тут, между прочим, СТО, не кондитерская. Разговор окончен. Да вы его сначала в работе посмотрите. Вы мне еще потом спасибо скажете. Я охране скажу спасибо, когда они вас выведут. Разрешите. Вы черствый и бессердечный человек. Это называется бизнесмен. Да, Витя, в 30-градусный мороз в поле тягачи чиню. Он в десантуре служил, а вы? В десантуре? Что ж вы раньше-то не сказали? Я, между прочим, тоже оттуда. Ладно, давайте вашего самородка скромного. Спасибо! Страшно, страшно. Ну вот, как новенький. Еще 100 лет простоит. Этот комод мне еще от матери достался. Он крепкий, из массива. Да уж. Старье редкостное. Выбрасывать давно пора. Вы все чините, чините. Ты сначала купи, а потом выбрасывай. И куплю. Куплю, в разрухе точно жить не стану. Это где у нас разруха? Везде.
Везде, все старое, допотопное, выбрасывать давно пора. Ничего, весь этот хлам выкинем и купим все новое. В общем так, пока я здесь хозяин, я буду решать, что оставить, а что выбрасывать. Командир нашелся. Чего рот открыл? Знаешь, с какой стороны к такой технике подходит? Трехлитровый V-образный инжектор на 6 цилиндров. По 4 клапана на каждый. Турбонаддув, коробка типтроник, полный привод 60/40. Аппарат хороший, но есть недостатки. Маленький багажник, маленький обзор, пороги широкие, большой расход топлива. Но я бы себе такую взял. Ага, шаришь! Ты сперва вот на такую заработай, щегол. А мне такая не нравится. Мне лучше вот джипы или итальянские спорткары. Смотри, у нее губа не дура. А самокаты тебе не нравятся? Иди сюда. Я слышал, ты из Мурома? Да. Земляки. Гена Кузиков. Витя Симакин. Ты главное на них не обращай внимания. Старая гвардия мазохистов. Да я уж понял. Тут вообще заработать можно, а то мне зарплату ученика обещают, а копейки. Ну, если мозги есть, то можно. Ты, главное, меня держись. Хорошо. Ну что? Сливай масло. Да нет, мне нравится работать продавцом. Хотя работа не такая уж и простая, как кажется, с первого взгляда. Но, кстати, на учебу времени не хватает. Куда ты спешишь, а? Я ж нормально. Мне кажется, что я справлюсь. Я же отличница. Отличница. Что там справляться-то? Справиться она. Торчи возле вешалок и все, глазами хлопай. Правда. Я вот по изобретению вот этих чипов и турникетов сократил бы всех продавцов-консультантов. Оставил бы одних кассиров. Правда? Правда, да. Одинка у нас модельер. Что за профессия модельер? Нет, ну я не понимаю, правда, чему вас там учат, а? Пуговицы пришивать? Пуговицы, да. Я вижу, ты во всем разбираешься хорошо. А почему ты в институт до армии прилетел, раз умный такой? Деда. Зря я остался. Не уживемся мы с ним. Что значит зря? Я думала, ты остался, потому что любишь меня. А замуж мне же ты тоже зря предложил. Ну, я... Ну? Я очень тебя люблю, правда. Я тебя... Ну, твой дедушка... Что он... мой дедушка? А что мой дедушка, Вить? А ты представь, какими мы будем в его возрасте. Старыми мы будем. Будут внуки и внучки. Ну да. А еще у нас будет с тобой свой бизнес и личный счет в банке. Да. Да? Да. И мы будем гулять с тобой в сквере. Гулять. Нет, 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 нет. Мы будем с тобой сидеть на веранде нашего роскошного дома и смотреть на море. Ну, ну в целом я не против. Говори. Дим, чего нам с тобой так по жизни не везет, а? Да ну! Ну вот пока есть молодость, красота, желание, денег нет. Да, а на старости-то всего этого уже и не хочется. Да не знаю, я не знаю. Но я не считаю себя невезучей, у меня есть ты. И я... Я самая счастливая во всем мире! Надеюсь, вы останетесь довольны покупкой. Будете носить глаза. На каждый день я бы посоветовала взять обычные классические брючки. Они у нас из очень качественного материала. Да, потрогайте. Да? На вас будут сидеть просто шикарно. Ну и на вечер. У нас очень много платьев. Но вот это ваш цвет. Оно подчеркивает фигурку. И сегодня по спеццене.
Извините, что пришлось ждать. Я вся в вашем распоряжении. Дин, сходи, пожалуйста, на склад. Принеси платье с маками Эмочки. Их нужно побыстрее развесить. Света, сходи на склад сама. Она стажер, она не знает еще всего ассортимента. Уже не стажер, а консультант. Ты еще здесь? Я, пожалуй, примерю это. Тогда идемте со мной. Что, Изар? Ну что ж, я поздравляю тебя с предстоящей свадьбой. Спасибо. До свидания, Алла Валерьевна. До свидания, Света. Свет, подожди меня. Я хотела сказать тебе, что я очень довольна тем, как ты работаешь. Так что, если будешь продолжать в том же духе, жди повышения зарплат. До завтра, Дина. Спасибо, Алла Валерьевна. До свидания. Свет! Светка! Ты тут, главное, не пережми. Не пережму. Шлангочки проверил? Да. Слышь, Земеля, дело есть. Машину надо разобрать на запчасти. Платят хорошо, но работать надо ночью и не болтать. Не. Я в это втягиваться не буду. Да ты что? Там же все чистяк. Тем более с нас-то какой спрос? Нас попросили, мы разобрали. Нет. Как-то рискованно. Тебе бабки нужны или нет? Пятнашка на карман, ты нос воротишь? Ладно. Крути гайки за 3 рубля, и другого найду. Погоди. Пятнашка на двоих? Каждому. Только график плотный, без перекуров. Работа срочная. Лады. Когда? Сегодня. Да, Витюш, привет. Слушай, я не могу дедушке дозвониться. Ну что, вы идете или нет? Идем. Я свет выключаю. Выключай. Дим, я сегодня не приду. Останусь на станции. Нет. Это не за дедушки. Нет, все... Нет, все хорошо. Просто подвернулась хорошая работа. Можно заработать как за месяц. Да. Все, до утра. Целую, пока. Деда! А ты чего трубку не берешь? Дедушка! Господи! Говорил же, болтовер там быстрее будет. Шума будет много. Ключом крути. Молча и в темпе. И в темпе. На, Земля, твоя пятнашка. Срочно, да, срочно. Я навстречу тороплюсь, я не могу ждать. Какой эвакуатор? Черт. Машина сломалась. Давайте смотрю. Что, вы что-то сломали? Да, строго можно, да погоди ты! Да я автослесарь. Открывайте капот. Ну, рассказывайте, что у вас тут. Это кошмар. Я включаю драйв. Она как дернется. Чуть машину не разбила. Пассатижи есть? Еще раз? Инструменты какие-нибудь. Огнетушитель подойдет? Пилочка для ногтей, надеюсь, найдется? Да достали уже! Смеетесь. Угомонись. Так. Ну, что там? Что-то серьезное? Да нет, все нормально. Вот
Все. Все в порядке. Да быстрее! Все в порядке. Сейчас, шеф, едем, едем. Я бы вам все равно советовал заехать в сервис, посмотреть машину, протестировать. Вот моя визитка. Меня Виктор зовут. Спасибо. До свидания. Дина! Есть кто дома? Леонид Федосеевич? Дин, ты? Привет. Дедушка в реанимации. Ему сделали операцию. Состояние тяжелое. Это не язва. Это рак. Дин, не переживай. Все будет хорошо. Успокойся. Все будет хорошо. Рак лечится. Да, да. А я вот... Смотри, что тебе купил. Да. Это знак нашей помолвки. Спасибо, Витюш. И кулончик новый присмотрел. Красивый такой, с брюликами. Дорогущий, а то ходишь в этом старье. Вить, ты же знаешь, что это мама сделала, что это память о ней. Спасибо. Извини. Я обошла всех докторов. Говорят, что шанс есть. Но гарантии, конечно, никто не дает. Но шанс-то тоже хорошо. Это хорошо. На лечение нужны деньги. Я все посчитала. Если обменять эту квартиру на маленькую какую-нибудь на окраине, то вполне хватит и на лечение. Так что нужно поскорее искать покупателя. Погоди, Дин. Так дела не решаются. Это же квартира. Как ты ее продашь? К тому же она не твоя. Моя. Дедушка оформил на меня дарственную. Сама не вздумай продавать. Я найду хороших юристов, чтобы нас не облапошили. Все, что могли на первом этапе, мы сделали. Здравствуйте, Саша. Теперь, к сожалению, все решают деньги. Препарат очень дорогостоящий, физически их у нас нет. И как это не банально звучит, но промедление смерти подобно. Я все понимаю. Завтра у вас будет все необходимое. До свидания. Деда, все хорошо.
Тебе назначили такое лечение? Самое лучшее. Не надо. Это бесполезно. Я давно все знаю. Я не хотел тебя волновать. Нет, это тебе нельзя сейчас волноваться. Ночью твоя мама не хотела, чтобы ты знал. Но теперь ты остаешься одна. Ты должна знать. Хватит на сегодня. Дедушка устал. Дедушка пришел в себя. Ну вот видишь, как все хорошо. А ты квартиру хотела продавать. Все будет хорошо, и дед поправится. Вить. Ау. Я продала квартиру. Чего? Только не злись, пожалуйста. Понятно. Ты что, правда, не понимаешь? Не понимаю. Давид, ну я же все посчитала. Нам вполне хватит на однокомнатную. Угу. Еще у нас только 3 дня, чтобы съехать на съемку. Вить, ну мне правда нужно было сделать это как можно скорее. Ну, не сердись. И... Пошли. У дедушки и вещей-то немного. Ну да. Зато как он будет скучать по своему комоду. Ох. Тут мамины грамоты. Фотографии. Смотри, какая она здесь молодая. Дин, ну переезжать будем в новый бомжатский хором или нет? Вить, перестань. Зачем тебе? Перетереть, чтобы платили больше. Мы все-таки не сметану фасуем, а огненные машины разбираем. Даже не думай об этом. Ну почему? Я с ними базарю, понял? Слышь, я там ищу. Кто? Мадам какая-то. Какая мадам? Ну, пробег, конечно, у нее за 30, но тюнинг в порядке. Слушай, а точила вообще ништяк. Видал? Видал. Вы велели, и я приехала. Здравствуйте. Вот машину в ремонт прикатила. По вашему совету. Правильно. Сейчас оформим заявочку. Я хочу, чтобы именно вы ее посмотрели. А не боитесь, если я что-нибудь сломаю? Не обижайтесь. Я же не знала, что вы такой замечательный мастер. В качестве извинения я могу пригласить вас сегодня на ужин? Вы же не откажете женщине? Такой красивой, как вы? Нет. Ух ты. Спасибо. Что это будет домашний ужин. Вот и чувствуйте себя как дома. Спасибо. А вас здесь все знают? Вы здесь часто бываете? Это мой ресторан. Ну что? За знакомство, Витя. За знакомство, Майя. Вот это платье вам точно подойдет. Хотя с вашей фигурой
Вы можете носить все, что угодно. Да, интересно. Я бы посмотрела что-нибудь еще. Ох, а шустрая эта чайка. Очень светлая. Слишком шустрая. Всего 2 недели тут. Вон, показательное выступление уже устраивает. Алла Валерьевна просто чудесный директор. Она выслушает, поймет. Кстати, в она... В этом районе очень хорошие квартиры. Да? Да, я вчера в интернете посмотрел объявление о продажах. Можем, кстати, сейчас посмотреть. А сейчас не получится все равно. У меня же денег-то еще нет. Не всю сумму перевели. В смысле? Ну, мы же оформили этот договор на меньшую сумму, чтобы налог был меньше. А все остальное мне попозже переведут на счет. Диночка, ты вообще в своем уме? Да не волнуйся ты так. У меня же расписка есть. Какая расписка, Дин? Алло? Дина! Дина! Какая расписка, Дина? Какая расписка? Я же тебе говорил! Что? Дедушка хотел мне что-то сказать. Я правда верила, что ему помог. Угу. Врачи сволочи. Они знали, что шансов нету. Высосали из себя все деньги. А я тебе говорил. А этот дядька тебя кинул. Кинул! Может, у него тоже какие-то проблемы? Какие у него проблемы? Проблемы. Это у нас проблема, а не у него. Телефон его не отвечает. По адресу, который прописан в договоре, он не проживает. Квартиру, наверное, давным-давно уже перепродали другим людям. Но у меня есть расписка. Расписка. Эй, пси! Тихо, чего? Пойдем потолкуем. Тема есть реальная. Таможенный конфискат, тачки в масле. Есть человек, поможет выкупить за треть цены. Тройная прибыль, сечешь? Только надо войти вдоль. Мне нечем. Ну думай, до завтрашнего утра. Желающих войти вдоль и без тебя хватает. Дин, в общем, чтобы быть в доле, нужно вложить 6 000 долларов. Вить, ты что хочешь, чтобы мы... Да. Да, хочу. Ты уже профукала полквартиры. Дай теперь мне возможность обеспечивать семью. Вить, но ведь это единственное, что у нас осталось. Ты завтра поедешь смотреть со мной дом? Нет. Я на работу в ночь. Угу. Хорошо. О, доброе утро. Вы ко мне? Я очень люблю по утрам горячий бразильский кофе. Со свежей французской булочкой. Давай. Да, булочка – это, конечно, хорошо, но с колбаской все-таки лучше. Обожаю твою непосредственность. Май, ты же знаешь толк в бизнесе? Ну, конечно, знаешь. У меня есть очень выгодное предложение. Да, дело верное, прибыль тройная. Правда, нужно вложить денежку. Сумма небольшая. Ну, для тебя. Ну, я не вступаю с любовниками в деловые отношения. О, какие мы. Ты меня разочаровал.
Надеюсь, ты умеешь быстро одеваться и тихо уходить. Хозяйка приехала. Дин, ну зачем отказываться от прибыльного дела? Ну такой шанс дается не каждый день. Мне идти надо. Иди. Иди, я тебя не держу, иди. Просто мне казалось, что ты мне доверяешь. Дурачок. Ты же единственный человек на земле, которому я могу доверять. Деньги в моей шкатулке. Спасибо. Ну, правда, идти надо. Иди. Я тебя не подведу. Ты должна приходить за 15 минут до открытия, понимаешь? А не через 5 минут после. Все, в общем, я объявляю тебе выбор. Благодарность. Девочка давно заслужила это. У нее уже постоянные клиентки есть. Я считаю, что пора ей прибавить зарплату. Что? Ничего, замерли. Идите работать. Что это у нас за аукцион незаконной щедрости? Я женщина. Могу позволить себе быть непредсказуемой. Привет. Привет. Отлично выглядишь. Ну, идем? Что случилось? Кажется, меня тоже кинули. Кузиков исчез. Закопаю. Кретин, а. Телефон заблокирован. На работе вообще сказали, что он неделю назад уволился. Взял все мои деньги и свалил! Тише. Развел меня как младенца. Ничего, я все деньги верну. Все деньги верну с процентами. Милые, деньги мы еще заработаем, да? Главное, что мы вместе. Все. Алло, Стас. Ты когда Кузикова в последний раз видел? Я возмутилась и выставила его. А ты не слишком заигралась? Куда же ты пропал, Витенька? Я никуда не пропадал, ты сама меня выгнала. Вот и нет. Я всего лишь решила, что я не буду вступать с тобой в деловые отношения, вот и все. Но речь не об этом. Мы летим с тобой в Эмираты. Когда? Завтра. На 2 недели. Или тебя что-то удерживает? Нет, меня ничего не удерживает, просто послушай, меня… Послушай, деньги в мужчинах меня интересуют меньше всего. До завтра. А ты скоро вернешься? Не знаю, как получится. Я должен заработать денег на квартиру. Я буду волноваться. Да перестань. Я же не в джунгли еду, а в Германию. Им нужен специалист при выборе подержанных машин. Я рада, что тебя ценят. Угу. Так. Телефон я выключу, потому что дорого. Общаться будем в скайпе. Если меня там долго не будет, значит занят. Я буду скучать. Угу. О, СМС. Такси. Это за мной. Угу. Провожать не надо. У меня нет денег обратно на такси. Все. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Пока. Счастливого пути. Привет. А мы уже по пути в аэропорт. Вот и славно. Вернусь из теплых краев, позвоню. Хорошего отдыха.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я совсем забыла, что нужно за квартиру платить сегодня. Я думала, что у меня есть только за полмесяца. Я сейчас посмотрю. Вот, возьмите, пожалуйста. Мы так не договаривались. Оплата помесячная, никаких исключений. Не нравится — съезжайте. Нет, что вы, у меня жених скоро вернется, и я зарплату получу, и так что мы все заплатим. И куда же-то он отбыл? Сбежал? Нет, он уехал на заработки за границу. Так что он вернется, мы, не волнуйтесь, обязательно заплатим. Я не волнуюсь, это ты волнуйся. Я через неделю зайду, не будет денег, ищите другое жилье. Всего доброго. Промазала. Ну, ничего страшного. Патроны-то не боевые, пули резиновые. Тут главное в корпус попасть, если что. Вот так. Если что, что там с магазином? Брак поменял? Проблемы не было? Ну, а куда они денутся? Все под контролем. Только вот любимец твоя, Дина. Что с ней? Опять просила аванс. Говорит, что у нее финансовые трудности, за квартиру нечем платить. Дал? Нет. Правильно. На сегодня хватит. Нет, ну а что ты хотела-то? Совсем на шею сесть? Здесь никогда не платят наперед. Что-то мне нехорошо. Неужели ты не понимаешь? Я тебя сюда привела, а ты меня подставляешь. Свет, может, ты мне займешь? Ты нормально вообще, нет? Тебе теперь платят больше меня. Ну, коллекционная! Ну и часто с тобой такое? Второй раз. Я думаю, что это нервы. У меня дедушка умер. Я квартиру потеряла, и мне сейчас за съемную тоже платить нечем. И Витя, мой жених, он тоже куда-то пропал. Алла Валерьевна, я заплачу за это платье. Зарплаты. Или когда Витя вернется. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Ты не волнуйся. Я тебе дам денег. В долг. Хватит слезами давить. Лучше бы за кассу следила. Много там? Много. Не знаю, надо в полицию, наверное, звонить. Пусть с собаками приезжают. Да бесполезно. Ничего они не найдут. Да и вообще, навряд ли будут что-то искать. Ну что ж, девочки, придется вам работать несколько месяцев без зарплаты. Света здесь ни при чем. Она с опытом, она не могла.
Я оставила кассу, в магазине никого не было. Благородно. Как возвращать будешь? Я не знаю. Ну, детский сад. Дин, ты пойми меня. Сумма недостаточно серьезная. Но я опять пойду тебе навстречу и запишу ее тебе в долг. Лолан, это никуда не годится. Думаешь, я спасибо тебе скажу? Я правда не виновата. Устроила тебя на свою голову. Свет, ну прости. Прости. Алло. Свет. Слушай, со мной что-то не так? Дико тошнит, и голова кружится. А? Извини. Алла Валерьевна? Вовремя. Ну что ты, что ты? Посиди тут. Подожди меня. Я с врачом поговорю. Уже около 7 недель. Девочка здорова. Просто такая реакция организма. Витамины, питание, отдых. Все нормализуется. Как бы я хотела быть на ее месте. Кать, а мои результаты анализов из Германии пришли? Алла. Ну, может, все-таки есть какая-то надежда? Ты можешь тратить деньги, ты можешь ездить в лучшие клиники, но это бесполезно. Тот аборт нарушил репродуктивную функцию. А она что? Ты о чем? Ну, это девочка, Дина. Рожать собирается? Я не думаю. Я же по глазам вижу. Одни радуются, а другие... Дура. У тебя невероятная способность вляпываться во всякие неприятности. Теперь вот аборт придется делать. Зачем? В данном свете сейчас тяжело. Но мы всегда хотели... С каким Витей? Витя же исчез. Испарился, как будто его и не было. Он уехал на заработки. Ты же сама говоришь, что 2 недели от него невесточки. Это же очевидно, что он тебя бросил. Глупости. Ты его совсем не знаешь. Не будь дурой. Ну, с такими проблемами, как у тебя, да, пожалуй, любой сбежит. Наверное, с ним что-то случилось. Может, он... В коме, в больнице, в плену. Тогда не сиди сложа руки. Сходи в полицию. Да, вечером забирайте. Это я вас хочу спросить, где Виктор? В работе не появляется, трубку не берет. Я на его место уже мастера другого взял. Стасик! А? Пойдем. Так вы сами отправили его в Германию, в командировку. Я отправил? Может, не вы. Знаете, Егорыч! Может, он другое СТО устроился? Другое СТО? Его теперь в самый паршивый гараж не возьмут, ключи подавать. Уж я об этом позабочусь. До свидания. Пошли, мужики. До свидания.
Девушка, погодите, я вообще ничего не понимаю. Кто пропал? Зачем уехал? В общем так, вот вам бланк, ручка, пишите заявление. Угу. Рустам, передай. Дежурный Емельян. Вам бы в немецкую полицию обратиться. Так точно. Бундесполицай. Ну, у вас же есть там, наверное, какие-то связи. Вы же можете, да, как-то узнать у них? Есть. Ага. Я предлагаю так и написать. Ахтунг, ахтунг. Уважаемые господа немцы, срочно бросайте все свои дела и ищите нам пропавшего жениха. Рост, телосложение среднее, лицо круглое, да? Да. Я вам фото оставлю. А лучше свое. Зачем? Где? А вдруг ваш жених не объявится? Так мы вам замену найдем. Это же наша работа. Вы же при входе видели табличку «Брачное агентство»? Пуля, я сказал. Вообще-то я к вам за помощью пришла. Послушайте, заявление мы примем, но вы нас тоже должны понять. Мы здесь преступников ищем, а не пропавших женихов. О, какая встреча. Добрый день. У вас что-то случилось? Здравствуйте. Ничего. Я могу вам помочь? Все у меня прекрасно. До свидания. Так, кто тут девушка бежит? Макс, да кто ее бежал-то? Да? Просто прикольнулись и все. Прикольнулись. Он заявление написал. Жениха в Германии ищет. Нет. Дина, значит. Это же она тогда оказалась рядом, когда на меня бандосы напали. Нехорошо получилось. Я это возьму. Бери. Хотел еще раз поблагодарить за... Пожалуйста. Что-то еще? Я нашел Виктора. Что? А где он? Он жив? Да-да, он жив и здоров. Но он летал не в Германию, а в Эмираты по туристической визе. И был там не один, а с женщиной. Неделю назад вернулся и живет с ней. Подождите. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Я делал запрос пограничникам и выяснил, где и когда он пересекал границу. Здесь адрес и фотографии. Спасибо за информацию. Главное, что он жив и здоров. До свидания. Подождите. Возьмите мою визитку. Зачем она мне? Знакомство со следователем не бывает лишним. До свидания. Thank you.
Вить! Привет. Привет. Дин, ты меня прости, я хотел позвонить, но времени никак не было. У нас будет ребенок. Я думала, тебе будет интересно. Ну да. Дин, ты не пойми меня неправильно, но ты уверена, что это мой ребенок? Что? Ну, просто можно ведь сделать, чтобы ребенка не было. Ведь так? Можно ведь? Еще не поздно, Дин. Поработай кулачком. Интенсивнее. Куда же у тебя вены все попрятались? Так, есть. Так, есть. Что-то случилось, Екатерина Сергеевна? Динка, ты чего удумала? Ты что, с ума сошла? Чего ты расселась? Давай, пойдем отсюда. Так, жгут, развяжите. Да-да, конечно. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, давай, давай, ну все. Все, все хорошо. Все хорошо уже. Паспорт твой из регистратуры я забрала. Пусть у меня побудет. Зря вы все это. Мне нельзя ребенка. Меня завтра из квартиры выгоняют, и платить нечего. Интересно, где ты собиралась жить без ребенка? На складе до весны. На складе? Брось. Поживешь у меня, в загородном доме, даже не спорим. Сейчас заедем за твоими вещами. Адрес говори. Валерина, а зачем вы все это делаете для меня? Ой, я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Я в молодости тоже такая же дурочка была. Обиды, сложное положение, маленький город. Потом сделала аборт. Теперь у меня есть все, но я не смогу больше иметь детей. Поверь мне, это очень страшно. Гоша приехал. То есть вас тоже бросили? Неважно. У меня деловая встреча. Ты отдыхай, располагайся, приходи в себя.
Слушай, ты меня достал со своими штучками. Открывай ворота. Меня никто не предупредил о вашем приезде. Ух, калитка. Ты как? А я еще не закончил. А я закончил. Что происходит? Да вот этот. И открывает ворота. Какого черта? Меня никто не предупредил о его приезде. Да ну его. Поехали. Поехали. Вы очень добрая женщина. Правда. Обо мне так никто не заботился после смерти мамы. Ну, дедушка, конечно. Он очень меня любил. Но дедушка – это немного другое, понимаете? А папу я не знаю. Он бросил маму, когда она была беременна. Господи, зачем вы меня достали из этого кресла? Я не хочу так. Я не хочу одна, без мужа. Я не хочу рожать ребенка от человека, которого ненавижу. Понимаете? Понимаю. Роди ребенка для меня. Что? Я хочу, чтобы ты родила ребенка для меня. То есть вы хотите, чтобы я родила и отдала его вам? Угу. Но это невозможно. Почему? Это лучше, чем убить его и себя искалечить. Давай договоримся так. Я закрываю все твои долги, обеспечиваю всем. И после родов выплачиваю тебе компенсацию для отдыха. Это оптимальный вариант? Господи, почему все так? Да все хорошо будет. Встретишь ты хорошего парня, нарожаешь ему сколько захочешь. Пойми, сейчас по-другому нельзя. Я ведь правда его ждала. Думала, что он в Германии. Но разве можно так? Но ведь он мог просто прийти и сказать мне, что он меня не любит, что он уходит, и это ведь, правда, это ведь было бы лучше. Я согласна. И вот что еще. Никому не говори, что ты здесь. Скажи, я сделала аборт и уехала в Муром. Зачем? Ну, у тебя первые роды. Суррогатной матерью оформиться тебе нельзя. Запрещено. Я встану на учет, будто беременна. Ну, у меня связи. А после родов ребенка сразу запишем на меня. Это не вполне законно, понимаешь ли? Я понимаю. А институт? А институт? Возьмешь академ отпуск, чтоб скучно не было, будешь шить. Ты же у нас будущий дизайнер. Алла, ты где? Ау! А? Я здесь. Салат, правда, очень вкусный. У тебя все нормально? На работе, дома? Да, все хорошо. Ну, я все сделала правильно. Ты довольна? Ты получила то, что ты хотела? Да, получила.
Дина теперь без жениха, но зато на втором месяце беременности. Ничего себе. Я думала, что мы развлекаемся. Оказывается, ты по-взрослому решила достать девчонку. А зачем это тебе? Ну, за тем, что ее мамаша 20 лет назад увела меня, любимого человека, и из-за нее я сделала тот самый аборт. Ну так и разбирайся со своей бывшей подругой. При чем тут дочка? Маринка погибла 7 лет назад. Ну так тем более. Оставь малую в покое. Пускай она выходит замуж за своего Витьку. Господи, он мне надоел, как горькая редька. И рожает ребенка. Родить-то она родит. Но ребенка заберу я себе. А она тебе не отдаст? Отдаст. У нее знаешь, какая недостача у меня в магазине? Приличная сумма. Ей никуда не деться. Так это твоих рук дело? Ничего себе. Ал, а зачем тебе чужой ребенок? Ну, не такой он и чужой. То есть? Ладно, давай, хватит об этом. Есть. Спасибо. Я на самом деле замерзла. Но тут так хорошо. Не хочется идти в дом. Давно вы здесь живете? Давно. А как вас зовут? Вас никто не называет по имени. Григорий. Григорий Вересов. С днем рождения! Дыня. А мы вообще-то сантехника ждем. У нас там под ванной течет. Ну, костюм сантехника я не нашел. Где Дина? Какая Дина? Нет тут никакой Дины. Как нет? Она же здесь живет, правильно? Нет, здесь живу я уже пару дней, как квартиру снимаю. Вы точно не сантехник? Я идиот. Извините. Григорий, давайте пить чай. Спасибо, Дина. В этом доме у всех свой чай. Я думаю, Алле Валерьевне это не понравится. Ну, мы Алле Валерьевне ничего не скажем. У вас есть семья? Нет. Почему? Не сложилось. Кого любил, не удержал. Остальные оказались не нужны.
твоя семья? Мама давно погибла. А дедушка умер месяц назад. Так что я одна. Ну, вот Алла Валерьевна помогает. Ну, ты скоро станешь мамой. Ну, да. А твой отец? Я не хочу о нем говорить, я его презираю. Он бросил маму, когда она была беременной, а нашей судьбой не интересовался никогда. Бывает. Это тебе? Мне? Ну и ну. С днем рождения. Смотри. Ничего себе. Спасибо большое. Спасибо большое, Алла Валерьевна. Они очень красивые. Ну что, пойдем праздновать, именинница? Григорий, пойдемте с нами. Да нет, спасибо. Я поздравляю. У меня очень много работы. А я думаю, что Алла Валерьевна не будет против. Я против. Тебе не нужно с ним общаться. Он вроде добрый, хороший. Ну да. Тот еще святоша. А ты зачем все это затеяла? Думаешь, у меня рубашки нет? Мне надо практиковаться. Я ведь хочу в институт возвращаться. Угу. Могу все навыки потерять. Что-то. Ух, что? Подожди. Так. Приляг. Приляг. Сейчас, ну-ка, голову подними. Так. Сейчас я врача вызову. Ты напугала меня. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Лежи. Поясница болела. Я вообще испугалась, как я рожать-то буду. Вдруг не получится. Ну, об этом можешь не беспокоиться. Ты будешь рожать в самых лучших условиях. Что, опять плохо? Шевелится. Толкается. Вот. Здесь. Вот. Да. Да. Чувствую. Я чувствую. Привет, малыш. Вот еще слышу, да. Он меня слышит. А вот еще. Пяточка. Ага. Я где-то читала, что они в утробе все слышат и все понимают. Малыш. Малыш, хороший мой. Я, пожалуй, к себе пойду. Спокойной ночи. Лучше у Аллы. Вот.
нормально. Никакой патологии нет. Вот. У вас мальчик. Да, алло. Я слушаю. Поверните, пожалуйста, экран ко мне. Так а вы все равно там ничего не увидите. Ну как же, он вчера шевелился, толкался. Пожалуйста. Я же просила не показывать ей. Ну что ты? Ну что ты? Это все нервы, Солнышко. Сейчас поедем домой. Успокоишься, отдохнешь. Ну, успокойся, дорогая. Как ты передумала? Ты в своем уме? У тебя ни денег, ни жилья, ни работы. Дина, очнись. Я не могу. Что значит не можешь? На аборт ты, значит, смогла пойти, я тебя из-под ножа вытащила. А теперь, видите ли, ей самой ребенок нужен. Простите меня, пожалуйста, Алла Валерьевна. Простить? И долги все твои простить? И мои затраты? Ты знаешь, сколько стоило оформить документы на ребенка? Я все верну. Нет. Обо мне ты подумала? Я ведь живой человек, этот малыш. Мне нужен этот ребенок. Ты ведь знаешь все мои обстоятельства. Я больше... Алла Валерьевна, пожалуйста, отпустите меня. Нет, ты никуда отсюда не уйдешь. Ну, он мой. Поздно. Он мой. Попробуешь сбежать, я заявлю в полицию. Ты же ограбила мой магазин. У меня свидетели имеются. Гоша и Светлана. Ты попадешь в тюрьму, а ребенка отдадут в детский дом. Подумай, нужно тебе это? Эй! Сюда иди, поболтаем. О. Здорово, Витек. Че здорово? Думал, не найду. В смысле? В смысле, должок за тобой. Вить, ну ты чё? Меня ж самого кинули. Менты приняли, прессовали. Еле отмазался. Там такой замес был. Это твои проблемы! Твои проблемы! Деньги, вернее, разошлись! Мне жить не на что! Ни одна собака на работу не берет! Вить, деньги верни! Вить, ну ты чё? Я сам тебя искал. Смотри, есть офигенная темочка. Зачем с кем-то делиться, правильно? Мы можем сами. Разбирать, сами угонять и сами продавать. Вить, я уже начал. Мне нужен хороший напарник. Понял? Ну ты чё? Ну блин, ну хочешь, иди бутылки собирай. Ну ты ж в теме, Витёк. Ну чё, по рукам? Да. Так точно. Опять угон. Снова из-под сигнализации. Едем. Thank you.
Что ты здесь делаешь? Я искала паспорт Аллы, забрала его у меня. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Мне надо уйти. А что произошло? Мне страшно, пожалуйста. Алла хочет отобрать моего ребенка. Как отобрать? Алла училась с моей мамой в одном классе, но почему-то скрыла это от меня. Теперь она мстит, поэтому она хочет отобрать моего ребенка. Я прошу вас, пожалуйста, выпустите меня. Она страшный человек. Подожди. А как звали твою мать? Я Марина Чайкина, пожалуйста. Я не могу здесь оставаться. Собирайся, уходи, Алла скоро вернется. Ты куда сейчас? К тетке в Ясмин. Понятно. Стой. На, вот, возьми. Сейчас, подожди. Вот. Тише. Спасибо, а вы как? Она ведь вас не простит. Ты себя береги. Иди. Спасибо. Сегодня. Ну, не до тебя мне. Слушай, не напрягай мне мозги. Дина! Стой! Куда ты? Дина, стой! Домой, Дина. Я все знаю. Вы учились вместе с моей мамой, но зачем-то скрыли это от меня. Давай домой. Вы заперли меня в своем доме и хотите отобрать ребенка. Вы что думаете, я совсем дурочка? Вы мстите нам за что-то, да? Не придумывай. Марш домой. Я не отдам вам моего ребенка. Отдашь. Ты родишь в тюрьме. Я сделаю так, что тебя лишат родительских прав. Ребенка отдадут мне.
24-й, прием. Понял, выезжаем. Чего стоишь? Прыгай! Чё пришибленная такая? С ночной лайкой, с пересмертки. А подружки твои где? Что случилось? Прошу. Мне и здесь хорошо. Ладно. Здесь так здесь. Ай, можно и здесь. Перестаньте! Ладно. Уберите руки! Ты что, беременная, что ли? Автостанция вон за церковью. Спасибо, что подвезли. Ты извини. И не голосуй на том месте. Там плечевые промышляют. Ну, проститутки, то есть. Возьмите. Брось ты. Не такси. Записку. Что? Записку не положила. Я помолюсь. Тебе за здравие или за упокой. Последний ушел. Что? Я говорю, автобуса больше не будет. Первый только завтра в 6 утра. А вы чего тут околачиваетесь? А ну, катись. Ну что, пошли, слышишь? Можно я здесь до утра побуду? Не положено, вставай. Ну, пожалуйста. Ну, куда я пойду? А деньги у тебя есть? Есть. Немного. Тогда слушай. За платформой ступеньки спустишься, пройдешь полуразрушенную контору. И справа увидишь красный кирпичный дом. Постучись, скажешь, от Макаровны. Спасибо. Не забудешь? От Макаровны. Да-да, я поняла. Спасибо.
сумку брось. Че, опять свет вырубили? Может, ее в райцентр? К доктору, а? Нужен твой доктор. Головой ударился. Видать, не сильно. Сама вылечу. Травами да припарками. Я не нарочно, я не хотела убивать, я не нарочно. Иди, иди. Иди. Выпей, девочка, выпей. Отвар. Успокоительный. Тю-тю-тю-тю. А где я? Мытыкина. Это деревня такая. А я баба Вера. А мой внучок Пашка тебя на станции от хулиганов отбил. Павел, да? Я кто же еще? Спасибо вам. Вы уезжаете куда-то? Ага. Куда? На север, вахту у меня там. На машине? На машине до Москвы. А там у кореша тачку брошу. Дальше самолетом. Павел, отвезите меня, пожалуйста, в город. Мне в полицию надо. Я человека убил. Значит, это был не бред. Нечего тебе в полиции делать. Я же должна им это как-то объяснить. Я ведь не нарочно. Кому? Что ты будешь объяснять? Если человека убило, все, точно определят наш конкурс. И дитя. Дитя отберут. У них там специальный детский дом есть. Я там... Ладно. В общем так, оставайся, родишь, а дальше видно будет. Бабка с тобой присмотрит, она в курсе. Да, зовут тебя как? Дина. Дина. Ну, еще хорошее имя. И сама-то вроде интересная. Ладно, осенью вернусь. Если все будет нормально, женюсь. Опущены бантиком, нижняя толще верхней. Я понял. Так. Это? Нет. Это? Еще? Да. Ну вот и славненько. Вы тут не указали, кем вы приходитесь, пропавшим? Отец? Нет. Знакомый. Знакомая ее матери. Вы так уверены, что она пропала? Пропала. 3 дня назад.
Должна была приехать Ясмина, там не появилась, я проверял. Ну, может, она в другое место уехала? Может. На 3 дня уже. Принимай заявление, капитан. Пресвятая Дева, Мать, Господь наш, Иисус Христос, ежевеси рождение естество Матери Чарли. Помоги части и разрешите времени своего глупого. Тушься. Тушься, давай, давай, деточка. Помоги себе сама, деточка. О, Господи. Огонь горячо, дитя полечо. Тушься. Дыши, тушься. Ну, пишешь, чего удумал? Ну вот. А ты не хотела рожать? Ну, как это не хотела? А кто сознание терял? Еле выходила. Как сына это назовешь? Не знаю пока. Ну, мы вот сейчас посмотрим, какие имена выпадают на 19 июля. Так. Так. О, Дионисий, Аполлон, Иннокентий. Ну да. Чё смеешься? А, вот есть и современные. Виктор, например. Хорошее имя. Победитель. Видишь, как кушает. Нет, Виктор точно не подходит. Анатолий, Антон. А вот Василий есть. Антон. Антон Чайкин. Опа, знакомый персонаж. Уверен? Ну, это кто-то не из наших, я тут всех знаю. Новичок какой-то или гастролер? Виктор Семакин. Дина Чайкина искала его осенью, помнишь? Ну, чего ж забыть? Твою принцессу Дину. Да не выдумывай. А чё покраснел? Аллергия на тебя. Я по одному адресу съезжу, думаю, Семакин там. Ну, и Диночку проведай. Может, тебе тоже по одному адресу съездить? Шучу. Шучу. Работай. Есть. Все мамки в роду это ели. И молоко всегда было. Спасибо. Вот баба Вера мечтала всю жизнь шить роскошные вечерние платья. А шью распашонки. Ну ничего. И хорошо, милая. А то ведь детёныш он самое главное в ничего. Жизни. Ничего, я понимаю. Понимаю. Ну чего? Вот вернется скоро Пашка. И все будет по-другому. Он парень хозяйственный. Да и Антошку будет любить. Да, Антошка? Ой, баба Вера, да о чем вы? Мы ведь едва познакомились. А что тут знакомиться? Сердце оно ведь сразу чует. Да и в деревне говорят, что ты от Пашки взяла. А ведь Антошка и впрямь на Пашку схож. А? Ты посмотри, похож. Похож. Майя Евгеньевна, добрый день. Капитан Коренев, уголовный розыск. Ваш приятель Виктор Семакин подозревается в угоне машины. Вы же с ним проживаете, правильно? Нет. Уже нет. Давно? Какая разница? Я его выгнала. И какие причины? Надоел. Впрочем, как и вы. Что-то еще?
На вашем месте я бы так не торопился. Советую быть предельно откровенной. Пока из свидетельницы вы не превратились в сообщницу. Что вас интересует? Меня все интересует. Где и когда вы с ним познакомились? Он ремонтировал мою машину. Собирался жениться на подруге своего детства. Я буквально увела его из-под венца. Зачем? Спортивный интерес. Как у вас все просто. Вот так играя, разбили чужую судьбу. Вы психолог или следователь? Мне дальше рассказывать? Да-да, я слушаю. Я снимала ему квартиру. Заплатила за год вперед. Думаю, он еще там. Мальчик работать не любил, но хотел все и сразу. Ну, говорите адрес. Обычно мужчины просят у меня мой номер телефона. Если вы понадобитесь, вас пригласят. Ну, пишите. Я запомню. Какие люди к нам пожаловали? Чего это ты вдруг? Как будто я не в свой кабинет зашла. Нет, конечно, в свой. Просто тебя так давно не было. Ты забросила дела, меня. Помочь? Ну, иногда надо время, чтобы перевести дух и подумать. Конечно, обо мне? Встань. Тебе помочь, может? Я здесь где-то школьные фотографии оставляла. Боже мой. Алла, год прошел, а призрак Чайкиной все еще не дает тебе, нам, нормально жить. Прекрати. Я не буду прекращать. Она стреляла в тебя. Стреляла, и, слава богу, пистолет был травматический. Боже мой, ты даже в полицию на нее не заявил. Прекрати. Это тебя не касается. А ты не боишься остаться совсем одна? Да я и так одна. На выход. Лицом к стене. Руки за спину. Вперед. Кто еще, кроме гражданина Кузикова, был в курсе вашей преступной деятельности? Никто. А сожительница Майя? Она была посвящена в ваши дела? Майя? Нет. А Дина Чайкина? А вы о Динке знаете? Нет, она не в курсе была. Кстати, где она? Я должен тоже пригласить ее для дачи показаний. Я не знаю. Не знаю. А когда вы с ней виделись в последний раз? Прошлой осенью. Да, она... Она меня нашла. Сказала, что беременна. Ну, я хотел денег дать. Вот. Но она... В общем, разошлись. Как в море корабли. Разошлись, говоришь, как в море корабли? Ну да. То есть ты, подонок, бросил беременную женщину? Ну а что мне, ну, у меня уже на тот момент другая была. Пиши, кому сбывал угнанные машины. Где и когда разбирал их на запчасти? Подробно пиши мне! Да, хорошо. Еще родственники у нее какие были? У Динки-то? Нет, у нее из родных-то уже никого не осталось. Подружка Светка была. Они вместе работали в магазине одежды на Куйбышева.
Как доказывала? Ой, Паш. Спасибо тебе, дорогой. Вот. Все магазином собирали. Остальное в багажнике. Вот. Спасибо. На самом деле, я и так перед вами в долгу. Да ладно, прекрати. Ну, что за глупости? В каком долгу? Это кто-то так скрипит, а? Кто это из Антоха? Аккуратней. Такой? Да? Ну, когда регистрировать будем? Куда регистрировать, Паша? У Димы документов нет. С этим разберемся. Угу. Ого, ого, ого. Я правда больше ничего не знаю. Последний раз, когда я видела Динку, она сказала, что сделала аборт и уезжает в Муром. Кому? Понятия не имею. Ну, может попробовать найти ее по старому муромскому адресу? Вам же узнать его, расплюнуть. Ну, в общем, да. Прошу. Спасибо. Приятного аппетита. Сюрприз? Не знала, что следователи у нас такие обходительные. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, а Динка вам правда нужна только как свидетель по Витькиному делу? Разве могут быть другие основания? У нас в магазине обнаружилась крупная недостача. Все повесили на Динку, потом она уехала. Вот я подумала, может, вы поэтому ее ищете? Нет, не поэтому. Вкусно? Очень. Может быть, еще? Вам еще что-то от меня нужно? Нет-нет, просто хотелось бы окончательно разрушить стереотипы. Может, тогда проводите меня домой? А легко? Давай на «ты». Давай. Дим, один разговор есть. В общем, в доме хозяйка нужна. Документы я сделаю. У меня в райцентре связи есть. Поженимся. Я понимаю, у каждого своя беда, но если мы вместе, все будет хорошо. Слушай, не молчи, скажи что-нибудь, а? Дин. Паш, я не могу. А, ну, в смысле быстро все, да? Да нет. Просто это как-то неправильно. Без любви. То есть, Антошку ты по любви родила. Но где же этот... Ладно, я всегда с тобой буду. И я тебя не брошу. Всегда. Я должна подумать. Подумать. Ладно, подумай. Парень, ты что, уснул? В Муроме уже!
Ты же в отделение полиции ходил. Вон, справа. Это грыжник. Я его мочегонный чай добавляю. А если потереть, пена пойдет. Очень хорошо руки отмывает и кожу мягчит. А это донник. Донник. Баб Вер, а приворотная трава у вас есть? Ты че? Сделайте так, чтобы я Пашку полюбила. Да кому она нужна, эта любовь-то, а? Тебе она много дала? А Пашке моему? Ты о ребятенке должна думать. О семье для него, о доме. Ну ничего, поживешь, попривыкнешь. А Пашке ты приглянулась, это точно. Когда он из колонии вернулся, ни на одну бабу не хотел глядеть, а тебя вот выделил. После какой колонии? К невесте Пашкиной. Пьяные парни на станции приставать стали. Так одного он так приложил, что тот в больнице и помер. А Пашке дали 5 лет. А невеста эта сразу же после суда замуж выскочила и укатила куда-то. А уж какая любовь была! Ой! Ну ты и я. Быстро ты вернулся. А то. Боже. А что вдруг не отвалилось? Так, ну ладно. Хлеб, батон, соду, соль, мука. Претензии есть? Вот что значит настоящий мужик дома. Золотой ты мой. Ладно, 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 золотой. Все, разбирайтесь. Паш. Чего? Я согласна. Перестань, перестань. Что ты? Жорик. Перестань, перестань. Жорик. Добрый день. Здравствуйте. Слушаю вас. Я разыскиваю Дину Чайкину. Она проживала в доме по соседству. Так там теперь Колесниковы живут. Они сейчас у детей гостят. А вы не знаете, Дина в Муроме не появлялась? Не было ее. У нас город маленький, новости быстро распространяются. Где же ее искать-то? Можно было бы у Клавдии Семакиной расспросить. Дина с ее сыном встречалась. Ну, хотя вряд ли. Говорят, когда он из армии вернулся, они разбежались. Угу. Подождите, я сейчас. Проходите, проходите во двор. Жорик, Жорик, Жорик. Вот ты хороший. А ну иди сюда. Иди ко мне. Хороший пес. Кусать не будешь, нет? Вот. Думала, найду координаты Аллы Мартыновой. Это была подружка Дининой мамы. Угу. А я была их классным руководителем. Но, увы, только фотографии. Вот. Посмотрите. Ну, какие хорошие девочки. С первого класса за одной партой сидели. Правда, когда школу закончили, рассорились. Бывает. А вы знаете, я думаю, тут любовь была замешана. Алла и Марина были влюблены в одного мальчика. Гришу Вересова. Вот. А он в Аллочку был влюблен. Все думали, что они поженятся, но... Уж не знаю, что там между ними произошло. Мартынова в Москву уехала, а Вересов куда-то за Урал подался. А что же Марина? Марина? Дочку родила, Дину. Воспитывала ее одна, без мужа. Об отце Диночки так никто ничего и не узнал. Вот ведь как бывает. Ладно. Спасибо вам. Если Дина вдруг появится, звоните по этому телефону. Да-да, конечно. Спасибо. Счастливо.
Дин, ты не думаешь, что я с тобой только вот... А, да. Что я только из-за... Ну, в смысле, я понимаю, что... Вы женщина, что вы любите красивое и... Короче... Вот. Это тебе. Держи. Ну, открывай. Открывай, открывай. Нравится? Давай, да. Надень, ну. У меня уши не проколоты. Ну, да. Как не проколоты, а... Да. Не-не-не, стоп. Бабка проколет. Через 30 минут я вернусь, и мы все обсудим. Привет. Здравствуй. Что такое важное ты мне хотела рассказать? Не то чтобы важное, просто, ну, по телефону как-то не очень. Ну, у меня перерыв на обед. Можешь оставить компанию. Ну, рассказывай. Дина собиралась сделать аборт, но не хотела отпрашиваться. Попросила меня подстраховать ее. А хозяйка, она заметила, что Дины нет. Ну, мне пришлось все рассказать. Хозяйка чего? Хозяйка магазина, Алла Мартынова. Дину я больше не видела, только по телефону с ней разговаривала. Алла Мартынова? Ну да. Поехали в магазин, мне надо с ней поговорить. А ее нет. Она в последнее время очень редко бывает. Адрес есть ее? Да. А что с обедом? Ну, с обедом пока придется подожди. Я согласна на ужин. Идет. Что такое? Сказал бы мне, я помог. Да ладно, сама справлюсь. Прыгай, я поймаю. Паш. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну ты чего? Паш, мне Антошку кормить надо. Что надо? Капитан Коренев, уголовный розыск. Слушаю, товарищ капитан. Мне нужна Алла Мартынова. Так ее арестовали вчера. Антошка может проснуться. Антошка? Угу. Ну, хорошо. Пусть привыкает к маме с папой, верно? Чего ты, чего? Нет. Подожди, что случилось? Паш, я не могу стать твоей женой. А почему? Потому что не люблю. Да при чем здесь сейчас это, а? Кому ты своим ребенком нужна, кроме меня? Значит, нам никто не нужен. Нужен. Паш. Я нужен. Паш. И если я так решил, значит, так будет. Ясно? Паш. Ну, что я... Как же ты не противен. Что я сказал?
Спасибо вам за все. Уходишь, девочка. Храни вас, Господь. Спасибо. Серчай. Видно, на роду ему написан век. Бабулем ходите. Такую девку упустил. Простите меня. Простите. Поминай лихо, а дошку береги. Да еще с ребеночком. Здравствуйте, Любовь Петровна. А что случилось? Где тетя Лиза? Так что, значит, не дошла телеграмма? Померла твоя тетка? Когда? Так это зимой схоронили. А дом? Бомжи ранней весной в него залезли. Грелись. Ну, участковый говорит, грелись, уснули. Вот дом и сгорел. Послушай, Дин, идем ко мне. Идем ко мне, отдохнешь. Я покормлю тебя. Идем. У меня есть сведения, что вы обвинили Дину Чайкину в крупной недостаче. Вскоре после этого она пропала. Не знаете, почему? Понятия не имею. А вам известно, что ваша статья 198, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, может быть дополнена статьей 126, похищение человека. А это уже 12 лет лишения свободы. Вы в своем уме? Какое похищение? Это абсолютный бред. Да, Дина жила у меня 3 месяца. То есть вы хотите сказать, что после того, как она сделала аборт? Да не делала никакого аборта. Она рожать собиралась. Потом сбежала на 5-м месяце. Куда сбежала? А зачем она вам? Я боюсь, вы не поймете. Можете найти Григория Вересова. Он был, работал у меня охранником. Может, он знает что-то. Как интересно. А круг?
круг замкнулся. Вы о чем? О вас. Марине Чайкиной и Григории Вересове. Что-то ведь произошло между вами в молодости. Что? А вот это, боюсь, вы не поймете. Диночка, может, останешься? Ну, куда ты одна с ребенком? Пока в Нижний, а там посмотрим. Спасибо вам за все, Любовь Петровна. До свидания. До свидания. Григорий? Вересов? Это Любовь Петровна. Соседка Лизы. Тетка Дины Чайкиной. Угу. Вы просили меня позвонить, если Дина объявится. Привет. Максим! Привет. Привет. Еле успела. Меня Гоша задержал. Ага. Директор. А, хотел тебе позвонить, у меня телефон сел. В общем, вот фотография, что ты просил. Спасибо. Там папочка. Я сделала, скинула штук 20 фотографий, где мы с Динкой. И там есть одна фотография, где я в красном платье. С декольте. Что ты улыбаешься? Правда, классное платье. Ну, Динке оно не пошло бы, но она там как раз фас получилась. Прям для доски их разыскивает полиция. Вот. Отлично. Завтра разошлю ориентировку. Ну, где у вас тут водички попить можно? Водички попить? Ну, тут недалеко есть кафе. Там можно и водички попить, ну и поужинать заодно. Я же обещал тебе. Давай никаких кафе. Пошли ко мне ужинать. Ты лазанью любишь? Лазанью? Ну, да. Не знаю, люблю, наверное. Ну, что тебе мама готовит? Мало. Мама почти ничего не готовит. Маму суставы болят. Ты серьезно? А я знаю, как это лечится. Очень быстро и эффективно. Оказывается, сколько у тебя талантов. Да у меня знакомая занимается верховой ездой. И они лошадям суставы специальной мазью мажут. Ну что ты смеешься? Давай я эту мазь достану. Пусть твоя мама попробует. Потом спасибо скажешь. Ладно. Давай, пожалуй, начнем с лазаньи. Хорошо. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Сейчас, одну минуточку. Васька, а где мой паспорт? В тумбочке под телевизором. А, ну, спасибо. Вот, пожалуйста. Мне надо где-то расписаться. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Я к Максиму. Так он на работе?
Ой, да. А он говорил, что обедать будет дома. А он так всегда говорит. А потом вечно на работе задерживается. Да. Я вам мазь принесла. Максим говорил, что у вас суставы болят. Она должна помочь. Ну, надо же. Ну, спасибо большое. Вы, наверное, Света. А он вам про меня рассказывал? Да. Конечно. Ну, что ж мы так стоим-то? Проходите, пожалуйста. Да. Ой, нет-нет, я на минуточку зашла. Нет, ни в коем случае. Без обеда мы вас не отпустим. Проходите. Проходите, проходите. Макс, иди сюда, посмотри. Начал забивать Дину Чайкину в базу. Она уже там есть. Восемь месяцев назад выложили. Восемь месяцев? И кто же? Вересов Григорий Алексеевич. Кто? Ты его знаешь? Да я ищу его пару дней уже. Плохо ищешь. Вересов Григорий Алексеевич родился в 1973 году. Это же ответ на мой запрос пришел. Притом вчера, а ты молчишь. Ну, прости, Макс, столько работы просто из головы вылетело. Закончил с красным дипломом, институт юстиции. Посмотри, в заявлении номер телефона указан? Указал. Напиши мне. Проработал следователем по особо важным делам, уволен без права занимать любые должности в правоохранительных органах. Угу. Спасибо. Вересов. Григорий Алексеевич, здрасте. Беспокоит вас из полиции, капитан Кореньев. Хорошая работа. Старой школы. Да, он достался мне от мамы, а мама получила его от бабушки. 6,4 грамма. 8960 рублей. Сколько? Вы сдавать будете? Да. Ваш паспорт. Паспорт? Да. А можно как-то без паспорта? Я его забыла дома. У нас с этим очень строго. Как я могу знать, что она не ворованная? Нет, что вы, это моя цепочка, правда, я... Пожалуйста, нам очень нужны деньги. Ладно, я попробую вам помочь. Одну минуточку. Так, 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 сейчас... Лейтенант Зубов, здравствуйте. Это Прохоров из ломбарда. Капитан Коренев, вы нашли Дину? Что с ней? Пока не нашел. А я понадеялся. Как же я мог ее упустить? 8 месяцев назад. Почему? А, вы имеете в виду мое заявление? Нет, она вчера должна была из Ясмина приехать, и я искал ее между вокзалом и автостанцией. Я метался и пропустил одну электричку, так и не увидел ее. Значит, информация о том, что вы можете знать местонахождение Дины, была правдивой? А откуда такая информация? От Аллы Мартыновой. А что еще Мартынова рассказала? Я знаю, что вы бывший опер. Так. И мне известно, что вы учились с Аллой Мартыновой в одном классе. И не только с ней, но и с Мариной Чайкиной. Вы же с ней дружили, правильно? А потом между вами что-то произошло. Может быть, расскажете, что? Это долго и к делу не относится. Давайте вернемся к Дине. А вы знаете, что Алла Валерьевна в данный момент находится под следствием? В СИЗО. За что? За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Но это бред. Алла, может быть, какой угодно, взбалмошной, грубой. Но она очень предусмотрительна и осторожна. Она не стала бы играть с государством в прятки. Да вот только люди меняются. Так что вам известно о Дине? Значит, вы хотели продать золото. А документов у вас нет. Ни на себя, ни на ребенка. У меня их украли. Вы же понимаете, я родила, я не могла просто его зарегистрировать. Вы эти сказки ему рассказываете.
Если украли паспорт, вы должны были написать заявление. Вам бы уже давно выдали дубликат. В общем, так. Я вызвал представителей опеки, пусть оформляют ребенка в приют. До выяснения. Господи, да вы... Какой приют? Вы... Я прошу вас, пожалуйста, отпустите нас. Ну, откуда я знаю? Ну, а вдруг это не ваш ребенок? Вдруг вы его украли? Это мой сын. Даже если это так, вы плохая мама. Все, составляем протокол и будем разбираться. И не надо плакать. Тихо, малыш. Простите, это все, что у меня есть. Я... Так, что это за цель? Ну-ка, уберите это сейчас же, слышите? Ну, немедленно уберите. Нечего мне здесь мусорить. Я убрала. Тоже мне выдумали тут. Могу я позвонить? Да. Что? Хорошо, я еду. Дина нашлась. Поехали. Дина моя дочь. Я не знал, что Марина Чайкина была беременна. И, конечно, не знал, что она родила. Мы с Аллой собирались пожениться. Поссорились. Она мне назло загуляла с одним приезжим. Я ей в отместку пошел к Маринке. Я же не знал, что Марина в меня влюблена. Мы провели ночь, об этом узнала Алла и сразу сбежала в Москву и вышла замуж. Я тоже уехал подальше. Чтобы не вспоминать. И только год назад я узнал, что у меня есть дочь. А почему вы об этом не сказали Дине? Она ненавидит и презирает своего отца, который бросил ее мать, когда та была беременна. Капитан, ты и дядя. И не говори, пожалуйста, ничего обо мне. Ну ты даешь, лейтенант. Грудной ребенок, а у тебя накурено, хоть топор вешай. Гражданка Чайкина проходит важным свидетелем по уголовному делу. Надеюсь, ты не будешь мешать следствию? Да ради бога, забирайте своего свидетеля, мне мороки будет меньше. Эти тетки из опекунства мне сейчас все мозги здесь вынесут. Ну вот отлично. Оформили возврат изъятых вещей? Добро. Давайте. А мы пока подышим свежим воздухом. Да? Гражданка Чайкина. Гражданка Чайкина. Вот, пожалуйста, распишитесь. Где же вы так научились ладить с детьми? Да вот, приходилось. У старшей сестры трое. Ну что, все в порядке? Да. Ну и хорошо. Его теперь в детский дом заберут, да? Не понял. Меня ведь лишат родительских прав, когда посадят, да? О чем ты говоришь, Дина? Максим, вы поймите, я не хотела стрелять. Я выстрелила ненарочно. Я просто пыталась забрать пистолет, и он... Я не хотела ее убивать, вы понимаете? Да кого убивать? Аллу Мартынову. Да Мартынова жива и здорова. И в данный момент находится под следствием в СИЗО. Что?
пойдем в машину. Я... Пойдем, Господи. Пойдем. Дина, ты что? Дина. Проходи. Мам, пап, я дома. Раздевайся. Сынок, привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это Дина и Антон. Они поживут у нас. Проходи. Да-да, конечно. Здорово. Привет. Чай, пожалуйста. Черный. Ну, как там, Дина, Антошка? Может быть, я чем-то могу быть полезен? Да все хорошо. Антошка обживает папин кабинет. Спасибо. Слушай, Макс, мне необходимо в ближайшее время увидеться с Аллой. Устроишь? Это сложно. Я понимаю. Ты понимаешь, мне нужны подробности о ее деловых партнерах. У меня есть идея, как ее вытащить. Григорий, это практически невозможно. Макс, придумай что-нибудь. Я тебя очень прошу. Ладно, я подумаю. Ну, а ты подумай, что ты скажешь дочери. Она, кстати, сюда скоро придет. Сюда? Нет, а зачем это? Нет, я не могу. Послушай, я ей ничего не рассказывал. Вы сами должны обо всем поговорить. А что я скажу? Что она появилась на свет в результате одной легкомысленной ночи с женщиной, которую я не любил? Нет, я не могу. Привет. Привет. Спасибо за коляску. Ну, надеюсь, она вам понравилась? Понравилась. Ну, на самом деле, не стоило. А я эгоист. Я подумал, как же ты будешь ходить на свидание с ребенком на руках. А у нас свидание? У нас, да. Эй! Максим! Вы куда? Максим! Ну перестань! Добрый вечер. Кто-то пришел? Он и в самом деле добрый. Что это? Смотри. Иди-ка. Откуда? Не имей 100 рублей, а имей одного друга в нужном месте. Спасибо. Я тогда прямо завтра пойду в ЗАГС, и мы будем делать тебе свидетельство о рождении, да? Ты слышишь меня? Спасибо. Сынок, ты без света пришла. Я нам пирог на ужин принесла.
яблочный. Дин, нашлась. Чего ты молчал? Где ты вообще была? И что ты здесь делаешь? Я тебе потом все объясню. Это мой Антошка. Врала, что аборт сделала. Ну, вот так получилось. Ладно, пойдемте чай пить. Я буду Антошку укладывать. Спасибо. Понятно. Ну, а мы пока чай попьем. Да, Максим? Да нет, мне не на дежурство пора. Нет. Я не уверена, Андрюша. Меня просто иногда возмущает поведение Максима. Оля, ну Дина хорошая девочка. И мальчик у нее замечательный. Нет, ты мне скажи, для чего ему чужой ребенок? Зачем ему чужие проблемы? Света прекрасная девочка. Умная, хозяйственная, самостоятельная и красавица к тому же. Оля, не вмешивайся. Ничего не имею против Дины, но ее присутствие в нашем доме, оно мешает взаимоотношениям Светы и Максима. Все. Оля! Все. Заходим. Пойдем подышим. Угу. 10 минут у вас. Ты единственный, кто попросил свидания со мной. Больше никого. Как ты? Лучше всех. Лимонные дольки ты принес? Вспомнил? Я ничего не забывал. Дина как нашлась? Нашлась. Мальчик у нее Антона назвала. Ты сказал ей? Не смог. Ну и дурак. Дурак. Все как-то по-дурацки. А ведь все могло быть по-другому, если бы ты тогда не психанула и не уехала. Психанула? Это ты так называешь? Да я чуть с ума не сошла, когда узнала, что ты изменил мне с лучшей подругой. А между прочим, я была тогда беременна от тебя. И сделала аборт, из которого не могу иметь детей. Почему ты не сказала мне тогда ничего? Я ненавидела тебя. Нет, вру. Тебя любила. Маринку ненавидела. Всю жизнь мечтала ей отомстить. Поэтому ты захотела отобрать ребенка у Дины? Я тогда так думала. Динке еще рано было. Хотела как лучше. Лучше для ребенка и для всех. Я бы его любила. Прости меня. Время.
Да, Максим, 5 минут. Алла, мне нужны кое-какие подробности о твоих деловых партнерах. Зачем? Я уверен, что это Гоша тебя подставил. Какая разница? Я вытащу тебя отсюда, обещаю. Но мне нужны подробности. Да уже почти полгода. Мы встретились, когда тебя начали искать. А тут ты появилась, и он буквально-таки пропал. Перестал звонить. Дин, что у тебя с Максимом? Да ничего. А что будет в графе «отец» в свидетельстве о рождении Антошки? Прочерк. Ну, у меня, наверное, тоже прочерк будет. Ты что, беременна? Не знаю, но пока задержка. Я сделаю свидетельство и уеду в Муром. Мешать я вам не буду. Дин. Ладно, там сейчас в ЗАГС перерыв закончится. Мы пойдем. Удачи. А где Дина? Ушла. Куда? Надолго? Что, коляску оставила? Ну, совсем ушла. Благодарила за внимание, за заботу. И ушла. Цветы. Вазу поставь, пожалуйста. Максим, я не хочу ничего объяснять. Пожалуйста, не звони мне больше. Здрасте. Вот мой паспорт, вот золото. Давайте ваши 8960 рублей. Пожалуйста. Да-да, конечно. Конечно, мы сейчас вам. Ну что? Удоселяешься? А то смотри, кто тебя с ребенком-то еще пустит. Да, остаемся. А вещи-то твои где? А это все. О. Почему все так? Почему? О! О! На, возьми. От внуков остался. А то как ты без коляски-то гулять будешь? Меня Зоя Макаровна зовут. Может, просто это Зоя. Спасибо. Меня Дина. А это Антошка. Ну, ладно. Деньги завтра отдашь. Не нужен, да, Антошечка? Пусть живут с кем хотят, встречаются с кем хотят. А мы с тобой будем жить по собственным правилам, да? Да, малыш? По собственным правилам. Все у нас будет хорошо. Наступит белая-белая полоса. Белая-белая.
Вообще новорожденных полагается регистрировать в первый месяц, а вы? А я не могла раньше. И свидетельства из роддома у вас нет. Потому что я рожала дома, у бабушки. Ну, так везите сюда бабушку. Пусть она напишет заявление. Откуда я знаю, может, вы украли ребенка? Бабушка далеко. Она в глухой деревне. Наталья Ивановна, а мы можем как-то сделать свидетельство? Ну, а отец ребенка где? Его нет. Нет, он, конечно же, есть, только ему не нужен сын. И поэтому мы можем поставить прочерк. Поставить-то можем. А если через год он объявится, и ребенок ему понадобится? А что мы можем сделать? Пусть отец напишет отказ от ребенка. Этот документ срока давности не имеет. А если это невозможно? Ну? Хорошо, я сделаю отказ. Ну вот и славно. Приносите отказ от ребенка, и через неделю свидетельство будет готово. Всего доброго. До свидания. Игорь Владимирович? Да, Судакова. Есть предмет для разговора. Значит, сегодня нельзя, да? Граждане, подходим ко мне. Мам, сейчас вы услышите свои имена, фамилии и поспишите. Дина? Пойдем, запоминайте номера. Дина, и ты здесь? И здравствуйте. Дина, ты что, Андрей, тоже Витю пришла проведать? Вот видишь, что случилось. Ты же знаешь, что его могут посадить? Клавдия Семеновна, я хочу, чтобы Витя написал отказ от Антона. Иначе я не могу получить свидетельство о его рождении. Это что, Витенькин сын? Боже, Антошка, кровинушка моя, а как похож, копия папы в детстве. Ты знаешь, мне очень жаль, что вы разбежались с Витей. Но сейчас было бы все иначе. Ты знаешь, вам надо помириться. А что, поженитесь, распишитесь, у ребенка будет законный отец. Да и Витеньке, может быть, скосят срок. Ведь и дитя у него малое. Клавдия Семеновна, до свидания. Дина, привет. Здравствуй. Объясни, пожалуйста, что происходит? Я не хочу ничего объяснять Максиму. Почему? Потому что так будет лучше. Лучше для кого? Для всех. Квартире у Майи, так называемой подруги Аллы. Он там место себе приобрел и деньги обналичивал через ее ресторан. Да, быстро ты, Григорий, Гошу прищучил. Не растерял профессиональные навыки за 15 лет. Чего из органов-то погнали? Да еще так жестко. Все ты вам не знаешь. Ну, пришлось навести справки. Извини, секрет, как в доме Вал оказался. В какой-то момент просто понял, что хочу быть с ней, неважно в каком качестве. Как Дина. Дина? Комнату снимает. Разговаривать не хочет. Ничего не объясняет. Вот так. Может, она любит до сих пор этого Виктора, а? Интересно. Женщины такое прощают. Не знаю, Макс. Не знаю.
пришли. К тебе пришли. Откуда? Из опекунского совета. Мы пришли посмотреть, в каких условиях содержится ваш ребенок. А в чем дело? Покажите свидетельство о рождении ребенка. У меня его нет пока. Как нет? А сколько месяцев ребенку? 4. А, ну все ясно. Будем оформлять изъятие ребенка. Какое изъятие? А что, собственно, происходит? К нам поступила жалоба бабушки ребенка. Семакиной Клавдии Семеновны. Она сообщает, что вы ведете аморальный образ жизни. Что? Скитаетесь по чужим углам и не заботитесь о ребенке. Что за бред? Валя, звони в приют. Пусть оформляют ребенка. Да я не отдам вам своего сына! А ну, пошли отсюда, курицы! Быстро пошли отсюда! Быстро, я сказала, пошли отсюда! Мы вернемся сюда с участковым. Да, уходить тебе придется отсюда, девка. Созвонимся. Я знаю, что от тебя Дина ушла. Это ты постарался? В смысле? Ты что-то наговорила? Что ты ей сказала? Ничего. Да. Что? Да, Дина. Я сейчас приеду. А где ты? Еду. Я понял. Рустам допросил Клавдию. Он уверен, она здесь ни при чем. Пойдем. Тебе здесь больше нечего делать. Его могут ведь сюда принести. Ну хорошо, да. Я оставлю сотрудника. Там. Да, Рустам. Что? Хорошо. Сейчас приедем. Антошка нашелся. Где он? На вокзале. На выход. Делаете? Так это вы его украли?
Так это вы его украли! Дина, Дина, я тебя... Дина, Дина! Где он? Уж ты мой, это... поменять нужно. Господи, это девочка. Здесь написано Полина. Полина, наверное, кушать хочет. Так, надо накормить, вот, а, только как? Давайте я ее покормлю. Этот инвалид во дворе был неспроста. Дина, скажи, а ты забрала свидетельство о рождении Антона? Почему? Нет отказа от Вити. А какое это имеет отношение к выдаче свидетельства? Я не знаю. Так женщина в ЗАГСе сказала. Что за женщина? Фамилию не помнишь? Судакова. Алла, когда покормят, ты ее забирай и вези к себе. Прости меня за все. Я знаю, я чувствую, все будет хорошо. Капитан Коренев, уголовный розыск. А в чем дело? Где сын Дины Чайкиной? Я не понимаю, а в чем, собственно, дело? Говори, где мой внук? Не терять нечего. Придушу. Я скажу. Я все скажу. Пусти, она скажет. Кто такой хороший? Да ты мой сладкий. Ты моя девочка. Какие такие мальчики? Да он мой хороший. Вот список, вот здесь посмотрим. Антошка? Чего мы ждем? Давай пойдем вдвоем и нахлобучим этих уродов. Нет, здесь не тот случай. Ребята, судя по всему, стрельные. Наряды дождемся. Да, Алла. Ясно. Ну? Дина на квартире тоже не появилась. Значит так, надо ехать ее искать. Знаешь что, ты езжай, а я здесь покараулю. Давай.
Малыш. Малыш. Антошка. Малыш! Ну, ну не молчи, ну где ты? Ну не молчи, пожалуйста, пожалуйста. Антошка! Дина! Родная, успокойся. Антошка нашелся. Все, все. Я правда слышала его голос. А потом он пропал. Как ты меня нашел? Ты думаешь, ты одна слышишь голос родного человека? Я люблю тебя. Дина. Антошка. Маленький, мой хороший. Есть. Малыш, мой маленький. Я тебя люблю. Я тебя люблю, честно. Все, 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 что? Я твой отец. Это хорошо. Слушай, а как им удалось так быстро удочерить Полинку? Опять не вместо рублей, вместо друзей, да? Ну а как же? Только на этот раз это друг Гриши. А. Слушай, а что это получается? Полина теперь моя сестра, да? Да. И Антошкина тетка. Ну, здравствуй. Привет. Судя по ее характеру. Антош, привет. Она будет любимая тетка. А смотри, кто это пришел? Да Полина. Антош, смотри.